поисковик, по-моему. Или ищейка. Искатель, еще вот так может быть называться. Хороший сериал американский, один сезон, правда, только. Какой? Искатель, или следопыт, или поисковик, или ищейка. Вот там про следователя, который в Ираке был, в общем. И он следопыт, я вроде что-то начинал смотреть. Он, у него с головой не все в порядке. Он, там, не после... понравилось. Он в начале сериала, он, короче, что-то наказал чуваков, которые охотников каких-то, да? Нет. Нет, начало сериала начинается такое, что он лежит что-то там, по-моему, на асфальте или что-то. Или лежит на асфальте, короче. Нет, я там, видел, он там, стал детективом. Следопыт начинался, назывался там чувак. В начале сериала... показывает охотников, как они хотят на какую-то дичь, да, и вам едут, защищает эту дичь. Нет, там и типа этих охотников кто-то подубил, и не, что-то там он и не видел как-то. Там нету никого за углом. Нету никого. Ну, машина приехала, я ее видел. Поехали, сначала сломаем, потом. Надо будет себе посылки сдавать. Нет, там суть такая, что один солдат в отставке, у него по болезни, что он был в Иране. О, вышел. И он-то самое был сыщиком. Сыщик, о, здесь смотри, здесь машина стоит уже. Сыщиком. И у него был адвокат. Да, и у него был адвокат, друг. С этим. Ух ты. Я услышал звуки вулкана и сразу ушел. И там был у него друг еще такой черный негр, большой, высокий, двухметровый. Друг. Этот актер умер. Он снимался. Ну, я какой-то следопыт, что-то в этом роде. Ну, если хочешь, я скидку, ссылку кину в контакт. Очень такой хороший фильм. Закончился, правда. А ты на чем смотришь? Ты на русском или что? Ну, я смотрю на этих всяких, да. На английском мне сложновато, я не весь язык. А, на английском, да? Там... А, ты двоих подстрелил? Да, там не должно быть по идее никого. Нет, один есть. Один есть. Догоняйте его, он убежал. Какие вы метки по этим гранатам, просто что один, что второй. Убили. Сзади, смотри там, где мы пришли. Да, там. Ты можешь два. Меня он убил. Я не доделал точку. Он за автоматом. Что-то Коля тоже. Как лагает, жесть. Все, делайте точку. Просто жесть. Они идут вот отсюда. Нормально сыграли? Ну, что-то сейчас было, что Коля вообще чуть ли не видел этого. Тут не хер двигается, понял, он как бы на одном месте бегает. Оля, тут не посылка. Ладно, там, короче, надо брать этот самый, как его? Двое там, куда все стреляли, там их двое уже осталось. Да-да-да. Короче, блин, они остались там. Мило, там двое, осторожно. На перекрестке их делаем. Изари, мило. Патроны нужны. Там... Одного убил.
вроде чисто я смотрю всю дорогу. А не, еще есть, есть один. Там еще все убили. Надо брать машину и текать. Два еще. Мы не можем взять, да? А G... О, вот здесь. Блин. Осторожно. Кто-то меня в спину вставал. Коля в спину одному заходит. Угу. Видите, блин. Он забежал внутрь, если что. Он таганный. На углу стоит. А убили, все. Нормально, можно выезжать. Ссылка. Блин, садись в машину. Ладно, это... Видишь, грузовик уже доставили, да? Вот оружие даже не меняется. Что за лаги? А я не могу выбрать респаун. У меня заглючило. Меня слышно? Да. У меня... Пожалуйста, ждите респаун. Оружие не меняется. Получилось так, что, наверное, я на машине ехал, короче, и... Ну-ка, анстик получится. У меня оружие не стреляет, если честно. А, ну тогда зависло все дело. Все, сбой подключения к серверу. А, у меня тоже. Сейчас. Но у меня, видимо, взорвали. Перед этим сбоем нормально время. Я как раз одного отбегал в спину. Что там с счетом? 5-3. Нормально. Ну, самый крутой 4. Ой, прошу прощения. 18 секунд. О, все. Выкинуло тоже. Выкинуло. Анкнов ПНГ. То же самое. Это у того же ошибка показала. Мне до сих пор выкидывает. Ну, не, меня уже выкинуло, я вышел типа из района. Не, выкинуло с одинаково, просто у тебя загрузка выкидывания вот, быстрее пошла намного, чем у меня. А чё вы? Ну ладно, я, наверное, тогда все на этот раз.